Еще раз добрый день. Сегодня 5 апреля. Всем моим друзьям, знакомым, зрителям только добра. Продолжу по кровати. Вот я собрал две боковины изголовья и ноги. Это малые боковины. Здесь столбик уровень. Решил я так делать. И они пойдут дальше. Поперечной кровати. Вот длинные боковины. Несколько советов быстро дам, как я делаю. Пока угол прямой, кромочником не обходил, делаю разметку под саморезы, которые будут крепиться к ножкам. Вернее, не под саморезы, под конфирматы. Вот для примера вставил один. Потом прохожу кромочником, снимаю кромку с двух сторон, с четырех граней, вернее. Потом шлифую, более-менее недостатки все убираю. Поскольку строгали, есть какие-то там косячки небольшие. И уже готовые дырочки у меня есть. И здесь у меня под планку уже разметка. Под планку, на которой будут ложиться вот эти поперечные кровати. Ламели, так сказать. Вот и все. Сейчас сделаю вторую, размечу, обработаю. Кромку сниму. После разметки засверлюсь сразу. Сниму кромку, пошлифую и потом льняным маслом покажу потом. Пропитаю, пусть тут сохнет. Здесь объем маленький мастерской, поэтому собирать я буду ее потом, когда высохнет хорошо. Вот эта пропитка, масло льняное, собирать буду по месту. Всем добра, всем благ.